конечно. Итак, друзья, мы продолжаем нашу внеконкурсную программу. И сейчас на сцену мы приглашаем казачий ансамбль «Любава», село Красногор, Саракташский район. Давайте, ребята, поднимайтесь на сцену. Конечно. Я с вами только всегда за. Мы с вашей девушкой одной уже фотографировались сегодня. Валя, у нас везде поспевает. Сергей Владимирович, сейчас я вам еще одну юношу приведу. Давай, они пишут. Такие звезды. Ну что ж, браво, ребятки, браво, молодцы!